Здорово, Ютуб, с вами Проф. Сегодня мы играем на дуэлянте. На дуэлянте без нового сета, подчеркну, потому что это важно. Новый сет на дуэлянте сейчас must have. У меня, к сожалению, лишнего нового сета для дуэли не оказалось. Но нам это не помешает играть на капитанах-майорах, поэтому я думаю, все у нас будет нормально. На миду у нас стоит Трикстер. В него будет играть Канибаба, в него будет играть Луна. На боте у нас, я так понимаю, неразумный силовой ведьмак. Редкое явление в прайме. Давно не видел силовых ведьмаков. А против нас играет Медовар, Барт с хитровым Медасом, я смотрю. Как вы знаете, с недавних пор Медас можно выбирать, типа на ХП, на мейнстат или на хитру с проворкой. Любой Медас можно выбрать. И он будет также работать. Вот. Также там есть Ведун силовой, Гора и Трикстер, которого я уже упоминал. С касанием. Жесть. Обычно на Трикстера все ставят или новый сет с салом там, или еще что-нибудь такое. Тут касание. Ну, в принципе, рейтинги невысокие, капитаны, поэтому тут возможны варианты, которые не сильно влияют на исход игры. Например, в прошлой игре у нас был Трикстер, который обладал мега хреновым билдом. Но что-то он мог даже с этим хреновым билдом. Обязательно, если не видели, посмотрите эту карточку. Я оставлю ссылку на нее в конце этого видео в виде аннотации. Клацайте и смотрите. Ну и также ставьте лайк на этот ролик авансом. Так, а мы постараемся ведуна ослепить и забрать у него боковых. Отлично. Теперь можно и похилиться. Ведун у нас агрессивный. Тычкует меня, зараза. Невиновного, ни в чем. Тем временем там догоняет нашу луну вражеский медовар, но я не смогу туда сместиться, потому что я потеряю слишком много. Это очень странная музыка. А нет. Неплохая вроде. Закроем стабильную защиту против ведуна, потому что, ну, все равно он же будет нас тачковать там корнями или автоатакой. Или вороной, например, и все это можно контрить стабилочкой в какой-то мере. Ну и плюс от хилом, конечно же. Главное иметь хороший ласт хит. И проблем с ведуном возникнуть не должно. Ведун тупо на редклике стоит, отдыхает. Ворона дамажит нам по 23. Мы с родной земли врубаем отхил. Кстати, надо проверить одну теорию. Баг отхила. Сейчас мы хилимся по 30, это я с родной нажал. По идее, не с родной. Должно быть больше. Ой-ой-ой. Ребятульки, полегче. Берем ускор. Делаем ран. Врубаем отхил, убегаем. Первый неудачный ганг вражеской команды на мою линию. Дуэлянт — это вообще последнее время очень сильный герой. Это один из самых метовых сейчас персонажей. Если у вас вдруг стоит выбор, кого бы собрать, я бы вам посоветовал собрать этого героя, потому что он очень сильный. Он сейчас и в мете. Особенно если у вас есть лишний новый сет, и вы не знаете, на кого поставить, то вот, это идеальный претендент. Как вы видели на ганге, сейчас его не смогли раздамажить даже втроем толком. То есть закрывается стабилка плюс отхил, и они контрят, ну, реально огромное количество комбинаций героев на ранней стадии игры. Мне кажется, эта музыка меня перебивает. Надо скипнуть. Оп, блин, не докинул, жаль. Берем сплэш, берем... Давайте, ладно, Медас возьмем.
А то я не ласкищу ни хрена. Потом возьмем тапочки, будем регенить ману. И потихоньку будем начинать агрессию уже на ведуна, чтобы он не кидал на нас урона, пока да. Блин, я очень много крипов проигрываю. Когда что-то рассказываю, концентрируюсь не на крипах, а на рассказе. И простираю крипов. Так делать не нужно. А, ну иди сюда. А, да. Никак не привыкну к переработанной механике дуэлянта. Типа стан сейчас со второй строки работает. У носка. Оп. 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 Замечательно. Берем тапочки. Можно пойти даже лес подфармить, наверное. Пока ведун там отпушивает. Не буду же я к нему под тавр лезть в дерево. Выпью водички, с вашего позволения. Тем временем заходят на нашего мидера, но у него есть прыжок, ему это не страшно. И ФБ пока еще сделано не было. Луна промахнулась по стоящей цели возле флага. Тип стоял, флажок поднимал, луна мимо кинула. Но это скорее всего из-за того, что там разница в высотах. То есть вот здесь high ground, вот здесь low ground. И когда шар летит, он летит не по траектории прямо вот так. Он летит немножко вот так, потом вот так и вот так. То есть она скорее всего хотела попасть по человеку, который поднимал флаг. Но не в этот раз. Не повезло ей немножко. Так, давайте уже с ведуном более как-то... Хотя нет, в дерево я не хочу по-прежнему. Ведун уже наглеет с деревьями, надо их поагрессивнее сбивать, чтобы он понимал, что не нужно их ставить прямо передо мной. В принципе, деревья в данный момент не несут никакой опасности, и поэтому я могу тупо на морозе залетать в них. Ну и руку из него, конечно же, выбивать периодически. 7 минут уже идет игра, и при этом еще не было сделано ФБ даже. Это очень редкое событие, особенно на капитанах, где люди в основном пренебрегают... Зачастую инстинктами самосохранения и лезут. Маны на ульту нету. Оп, появилась. Приезжает у нас ведун. Стабилочка в четвертой строке. Решает вопрос. Можно обновить ману себе. И посмотреть, кстати, вражеский лес заодно. Самое приятное, что может быть, это стырить пару паков, ну или один у противника. Мы видим замес в нижнем вражеском лесу. Конь дал руты, поэтому можно сюда притянуть ТП. И умереть. Я правильно понял? Давайте гору. Или кого? Давайте лучше Трикстера. Я думал, у горы нет посидеть. Поэтому сагримся на Трикстера. Он поменялся, это он настоящий. А, да? Понял. Я почему-то думал, что это изначально был фейк. Да, 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 все в порядке, не паникуй, братик. Надо забрать Трикстера, у него нету второго скилла. Уже есть? А, он же под обновой его юзал. Но мы его все равно догоним, если он сейчас не поменялся, мы его догоним даже под тавром. А у меня нет ульты. Не беда. Итак, его успокоим. Или не успокоим. Ай. Живем. Отлично, мне помог Трикстер наш. Можно возвращаться после успешного замеса к себе на топ. Я уже на секунду поверил, что умру в этой ситуации. Пожадничал я давать ультимативную, а надо было прям сразу кинуть и не париться.
За что чуть не заплатил ценой собственного лица. В скобочках, чуть не уехал в таверну. Кстати, таверна, ребят, это не только место, куда вы попадаете после смерти в игре, а еще и группа ВКонтакте. Если вы не в курсе, ссылка на группу ВКонтакте есть в описании к видео. Такая микрорекламка таверны. Может быть, кто-то реально из моих зрителей еще не знает про таверну. Это группа, в которой... группа ВКонтакте, в которой каждый может спросить у всех любую информацию, которая его интересует. Ну, разумеется, в рамках приличного. С открытой стеной. Поэтому подписывайтесь, таверна в описании. Если у вас какие-то вопросы есть, вы можете не спамить мне каждый раз под видосами. Одни и те же вопросы зачастую. Ну, я, конечно, люблю, когда мне задают вопросы, но иногда бывает их слишком много, и я на все не в состоянии ответить физически. На такой случай есть группа. Там вам помогут. Тем временем ведун продолжает спамить вороны, не знаю зачем. Он уже не наносит мне никакого урона, уже закрыта стабилка в пятой строке. Кидает он под меня деревья, но... Будем честны, кому они страшны, эти деревья? У него там дерево еще есть, по идее, в запасе. Оп. И нет ведуна. Тут приходит ЧГ, но он 13-й, а я 19-й дуэлянт. Как приходит, так и уходит. О, Барт. Они что, они походу конвейером решили на мою линию приходить. Типа, один умер, следующий выходит. Следующий умер, новый выходит. Можно попробовать барда забрать по таврам. Я думаю, он не ожидает такого. Он куда-то ушел. Что-то заподозрил. Мед нам не опасен. Можем его игнорировать, в принципе, и пушить тавр. Все равно его урон и урон тавра я перехилю. Главное сейчас в дерево не попасться. Вот дерево это будет неприятно. Заберем пока боковых крипов. С помощью стана в том числе. Бедун. Родной. Стой. Так, ладно, медовар, ты слишком навязчив. Иди сюда. Будем тобой заниматься. Так, ребят, секундомерчик, надо музыку погромче сделать. Приятный трек. Такое надо слышать. Можете написать в комменты, не считаете ли вы дуэлянта имбовым. Например, тестируя отхил, смотрите, у нас сейчас по 90, мы юзнули его не с родной земли. Так. По 90. А теперь нам надо проверить его с родной земли. Прямо сейчас мне придется его использовать. Потому что меня втроем бьют. Забираем медовара. Деда можно замедлить. Забираем деда. На барда у нас нет ульты. Прилетай сюда, Трикстер. Жесть, что за экшен? Что здесь забыла вся вражеская команда? Гора тоже здесь. Полегче, господа. Все хотят. Все хотят поучаствовать. Правильно, ребят. Главное не победа, главное участие. Оп, нормально. Ну, если вы играете против дуэлянта, расфиженного, то главное не победа, главное участие. Так вот, надо протестировать. Я... Тише музыку. Я думаю, что... Ну, есть информация, что отхил одинаковый как с родной земли, так и не с родной земли. Вот, например, не с родной я хилюсь по 116. Сейчас посмотрим, сколько с РЗ. По-моему, у этого дуэлянта, у этого героя баг с отхилом. Да, с родной земли я тоже 116 хилюсь.
А написано, при срабатывании с родной земли в два раза больше отхил. Это неправда. Ну, может быть, он должен быть в два раза больше, но он такой же. Поэтому это или баг с родной землей, или наоборот, с нейтральной землей, на которой отхил как на родной. Собственно, это и делает данного персонажа ОП-героем. Видим там замес. Луна дает ульту, сразу шотается Барт, Медовара тоже слетает большая часть хп, умирает мед. Можно, кстати, забрать Трикстера, который убегает здесь. Он, меня он точно не ожидает. Здорово. Вон он, сверху. Его убили. Ну и гора здесь тоже падает. Тем временем перекачу нашей команды на 16 минуте уже целых 21 тысячу. 21 тысяча. И такое уже вряд ли камбэкнется. Так что можно переходить к пушу двойных товаров. Блин, я промазал куклой. Думал, ведун до конца пойдет в меня точку давать. Спушиваем один товар, тут мед подходит, но мед нам уже не страшен. И это, ребята, у меня еще нет нового сета. А что было бы, если бы новый сет был? У меня бы было просто в два раза или в три раза больше урона. Если бы у меня стоял на нем палач с апом в шестую, было бы очень жестко. Можете написать в комменты, считаете ли вы дулю имбовым. Или может я тут преувеличиваю. Забираем гору, забираем Трикстер. Не хочет умирать. Тогда мы спушим ему хату рядом. Моральное подавление. Да что ж такое? То музыка слишком тихо, то слишком громко. А ну выходи. Бля, сел. Сел чисто Валерий Геннадьевич. Забираем дерево. Не, ну кстати, трон нас пробивает сильно. Оп. Мед, обратно нарез. Нет, не хочешь? На, ульту луны. Там ведьмак пушит. А, он не спушил бот. Ну трон мы вряд ли снесем в данный момент. Я не танкую трон. Выходи, разбийник. Ведьмаку не удалось его зацепить. Тут какая-то вакханалия уже происходит, все фанятся. Редко бывают такие игры, когда одна команда очевидно проиграла, но не нажимает сдачу. Но бывает. Ну, когда я стримлю, такие игры бывают часто, а вот когда записываю, крайне редко такое происходит. Собственно, это одна из тех игр, где мы сейчас не можем пронести трон, а противники не сдаются и при этом бегут на нас конвейером с респа. Давайте в деда влетим. Оп. Ульта луны попадает по двоим. Конь влетает. Но никого не забрали. Давайте что-нибудь пушить. Пойдем бот снесем им. Перекач уже близится к 30 тысячам. А мы по-прежнему не можем закончить. У нас некому танкануть трон. Я не настолько сейчас танкую. Чтобы можно было спокойно под трон бежать. И под пятерых противников. Прежде чем пушить, нам нужно убить их, а они как бы тяжело убиваются, когда трон дамажит по нам. Конь фотографирует, как мы ломаем тавер. Не мешай. Да за шо, ребят, ни хрена себе. Полегче. Отступаем, ведьмак вылетает. Надо допушить этот тавер все-таки.
Отлично. Теперь самое время отойти. Луна дала шарик, но, по-моему, она ни в кого не попала. Как? У нас на Луне какой-то гиперснайпер тупо. Он уже какой раз подряд не может попасть по куче стоящих целей. Ладно. Увеличиваем фарм. Чтобы можно было танчить ГЗ. Можно пойти дракона забрать. Коляна. Колян ждет. У нас есть 31 уровня фанатик. Ой, трикстер, который не закрыл палача. Это просто В7. Я не знаю, он сделал это по фану или специально, но... Сам факт. Тридцать первый уровень трикстера без палача. Задувает у нас Колян тут. Я думаю, противники не обрадуются. Попытка Медовара поймать нашего трикстера не увенчалась успехом. Он нажал лес, лес не сработал. Так как было задумано. Забираем дракона и самое время выдвигаться. Чтобы закончить данную игру, у трикстера уже целых 17 киллов, они просто реально конвейером идут, 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 идут как боты. Я помню, раньше в дотку играл, ну не в дотку, а в Warcraft. Warcraft Frozen Throne 3, по-моему, да? И там были карты на... Типа Tower Defense, где крипы на тебя идут, ты ставишь башни и отбиваешь этих крипов, чтобы не пропустить их к своему спауну там или чему-то. Вот эта катка напоминает мне именно такую карту из Варкрафта. Мы с Трикстером в роли товаров. Команда противника, бегущая на нас мобы. В любом случае, если вам понравилась эта каточка, не обязательно... Я сговариваюсь уже. Если вам понравилась эта каточка, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну а на этом все. С вами был Проф. Спасибо за просмотр. Пока-пока.